Я леваю. ГГВП, я выхожу. На вот это все. Да нисколько. А ты что-то хочешь рассказать? Да не, нисколько. Мы же трансляцию ведем, ребята. Кто там слышал нас в чате, отпишите плюсиком. Не отключили микрофон и общаемся. Общается кто? Общается игровая студия, студия комментария, студия киберспорта игрокам ТВ. У микрофона друг, мы продолжаем трансляцию, продолжаем для наших аж 70 человек, которые собрались. Спасибо каждому. Были вы где-то поближе, я думаю, каждому можно было пожать руку, немного времени это заняло. Ну что, еще раз говорю, что это турнир, точнее матч в рамках Join Dota MLG Pro League, первый сезон на повестке ближайших дней, поэтому наблюдаем за матчами этой серии. Ну что, у микрофона друг, еще раз напоминаю, все, всем спасибо, всем, кто слушает, всем, кто смотрит. Первая игра была за Virtus.pro, и смотрим второй матч в этом противостоянии. Формат матчей Best of 2, поэтому никаких матч-поинтов вообще от каких-то, не матч-поинтах, а решающих матчей здесь нет. Игроки сражаются за очки. Одна победа в матче, один балл в турнирной таблице. Подключаются у нас игроки, подключились практически все зрители. Жотм здесь, все здесь, можно начинать комментарий. Кто же еще мог в баню улететь первым делом? Конечно, это тролль. Без тролля уже привычная дота. Либо бан, либо пик. Да, в принципе, что с троллем, что без тролля. Абсолютно одинаково скучно. Тролль не самый веселый. Это красный скорпион. Бей-беги. Джаггернаут тоже у нас уходит в баню. Virtus.pro только что выиграли игру этим Джаггернаутом. И решили не отдавать его гейм онлайн. Видимо, другая стратегия будет. Снайпер уходит у нас также в баню со стороны гейм онлайн. И ждем следующий бан со стороны этой же команды. Акс вторым персонажем отваливается. Причем, я смотрю, банят игроки именно тех персонажей, за которых только что играли. Акс был со стороны Game Online, на нем отыгрывал Кевка, причем отыгрывал неплохо. Но его скилла не хватило, чтобы вытащить свою команду из той пропасти, в которой они оказались, примерно к середине игры. Безусловно, как бы это не звучало странно, забожил у нас год. Очень круто отыграл на линии, счет у него 12-2 был, если не ошибаюсь. Короче говоря, год крутой, но это ни для кого не новость. Spirit Breaker проявляется для Game Online. И это уже немножечко разбавляет современные пики, это уже хорошо. Так, Virtus.pro чем ответит? Отвечают клокверком. В пике только что Седой на клоке. Тоже, пускай слегка, но подприунизил команду Game Online. В скилле Седова никто никогда не сомневался, и сомневаться, я так понимаю, не будет. Тини уходит у нас в бан, и уходит он у нас в бан неспроста. В пике команды Virtus.pro уже имеется Висп. Висп плюс Тини на мид, и можно, в принципе, писать ГГ со старта. Тем более, если руки ровные, а тут мы не сомневаемся, что у игроков команды Virtus.pro ровные руки. Короче говоря, Тиник отправляется в бан и ждем, кто же у нас будет все-таки в пике под Веспа. Неужели это будет олдскульный Chaos Knight? Глянем. Две минуты еще дополнительного времени у команды Game Online, чтобы что-то придумать по пику. Перепикать команду Virtus.pro задача не из легких. Но Тини они уже забанили. Ха-ха. Уже все по-серьезки. Поэтому посмотрим. Ну, тут надо Game Online, я думаю, удивлять. В принципе, Spirit Breaker уже не совсем стандартный пик. Это интересно, это ярко. Ну, надо бы еще какого-то персонажа, который мог бы дисбаланс вносить в стройные ряды команды Virtus.pro. Потому что команда идет, давит. У команды крутейший опыт. Крутейший подбор игроков. У всех ровные руки. Ни у кого нет клешней. Ну, понятное дело. Можно воевать с таким подбором персонажей. А ВП
все еще ждет, когда Game Online забанит четвертого персонажа. Тысяча по голде. Все. Плавка началась. Одна минута остается. 1-0-0. Одна минута и 0 секунд. Оставалось для четвертого бана со стороны Game Online. Bristol Back уходит у нас в баню. И сразу же пик ПА для команды Game Online. Есть, в принципе, уже фармящая сила. Witch Doctor у нас имеется как саппорт. Spirit Breaker у нас, скорее всего, будет роумить. Но начнет свое движение, я думаю, на сложной линии. Bane от Virtus.pro. И Bane, это уже интересно. Тысячу лет я его не видел. Как-то нужно разбираться с Фантомкой. И вот так вот и будет разбираться команда Virtus.pro с Фантомкой. Поймали. Бейн, ульт, сон. Ну, Бейн вообще универсальный персонаж. Минус 3 в драке при хорошем раскасте. Это дорогого стоит. Висп, Клок и Бейн. Что у нас вырисовывается? У нас вырисовывается сложное для Седова на Клоке. Повторение прошлого матча. У нас Висп, который будет на лайне или все-таки будет на мид-лайне у нас Висп. Мы это увидим через несколько минут. Посмотрим, что четвертым пикнет команда Game Online. Пока что нет мида у команды Game Online. Если, конечно, не собирается быть серьезным исполнителем у нас М4 Лем на миде Фантомкой. Но для этого надо быть как минимум Артизи. Дизраптор четвертым заходит в пик. Game Online уже, в принципе, по линиям более-менее читаемый. SF для Virtus.pro. И вот он мид. Висп, будет ли саппортить SF на миде? Тоже будет неплохо посмотреть на такую комбинацию. Либо Висп у нас отправиться куда-нибудь на лайн. В любом случае это интересно, в любом случае это ярко будет. Поэтому ждем. Верим в Virtus.pro, ждем еще одной победы. Game Online должны банить пятого персонажа, у них на это 22 секунды. Кого не хватает? Не хватает, в принципе, керри для команды Virtus.pro. Кого не хочет видеть Game Online, мы увидим через максимум 13 секунд. Ну, какой-то неприятный фармила должен быть, конечно, против которого неудобно играть. Возможно, ну, Сефа и Антима. Рейскинга отправляет у нас в бан Game Online. Вот так решили разобраться с одним из самых толстых керри. Ну, полукерри, полусаппорт. В любом случае, этот персонаж вывозит свои артефакты весьма рано, а дальше уже снежным комом начинает зарабатывать необходимые деньги за счет киллов. Ну, ждем пятый пик, бан. Я думаю, будут банить мид персонажа. Фантомка, скорее всего, пойдет фармить в легкую. Да, банят у нас Темплар Ассасин, игроки Virtus.pro. Остается еще один пик. Шторм Спирит от Game Online против SF-а. И SF-у будет нелегко, это 100%. Это 100%, если только как-то феноменально не поведет себя год. Год на SF-е, на это стоит хотя бы раз в жизни посмотреть. Пятый пик. Кто это будет? Я думаю, это будет керри. Потому что кроме SF-а фармить-то по большому счету некому. Кто у нас будет летать с виспом? Будет ли это ЦК? Нет, это будет Omni Knight. Вот так вот распорядились последним пиком игроки команды Virtus.pro. БЗЗ у нас на Omni Knight, а это значит, что это будет фармящий Omni Knight. Ха-ха. Такую доту я давно не видел. Гот у нас играет на Shadow Fiend. Йол у нас отыгрывает на Бене, Седой на Клоке. И Жотм играет на Виспе. Поменялись с игроками, я вижу, The Roger с Amomentом. Amoment у нас на Дизрапторе, The Roger на Witch Doctor, Кевка на Spirit Breaker. М4 Лем играет на Phantom Assassin и Storm Spirit от Эскила. Это мид, и Гот на SF-е против него тоже мид. Где-то наш Жотм затерялся, он, по-моему, в начале прошлой катки тоже немножко отвалился от игры. Посмотрим.
Так, по лайнам. В общем-то, все понятно. БЗЗ отправляется в легкую фармить. Йол здесь его саппортит. Также здесь будет у нас Shadowfiend на миде. Жотм с ним будет. Неужели будет в миде Жотм? Это будет вообще круто. Шторм, скорее всего, здесь развалится. Зароджи также попытается ему помочь, возможно. А возможно, они просто выйдут в руну. На руну мы это посмотрим. Седой. В сложной. Ничего удивительного в этом не вижу. Седой в сложном. У Седого есть лопата. Почему не идти в сложную? Так, по лайнам команды Game Online. Phantom Assassin, на которой играет М4 Лем, стоит у нас на топ-лайне. Готова она фармить здесь. Сюда, скорее всего, и отойдет Амамент. И отойдет сюда же The Roger. И на сложную отправляется Кевка на Spirit Breaker. Ну, можно будет вывести какой-то, я думаю, левел, а дальше начать бегать. У Spirit Breaker какая-то крутейшая штука в руках. Что это такое? Это рарный кистень. Я даже слова такого не знал. Самое, конечно, удивительное. Учительница русского языка, которая удивилась бы моя. Слово рарный он, значит, знает, а слово кистень не слышала вообще. Короче говоря, вот такая ерунда в руках у Кевки. Кевка отправляется у нас в сложную. Мешать ему здесь будет Йол вместе с БЗЗ. БЗЗ все, что необходимо купить, купил. Есть все на подхил. Есть на манореген у СФа. Я так понимаю, без подсейва от Веспа будут проблемы. Пока что не знает команда Game Online, кто здесь вообще... ну, есть ли здесь висп или его здесь нет. Висп, в принципе, я так понимаю, будет, скорее всего, стакать для СФа. Да, уже сломал деревья. И здесь будет дабл стак от Жотма. Как я понимаю, тизер был для того, чтобы проломать деревья. А дальше, в принципе, можно стакать за счет маленьких, но очень полезных спиритов. Смотрим на топ-лайн и видим, что Седой здесь неплохо так на пол столба просел от Фантомки. Фантомка, Дизраптор, тут, собственно, грех не просесть. Висп. Настакал, да, висп настакал. Дабл стак, причем от виспа, как это у него удалось. Мы потом это будем обсуждать. Пропустили мы немножко это. Ну, понятное дело, да, что Жотма не надо учить играть на виспе. Крутейший саппорт с богатейшим опытом. Зароджи у нас уходит на чужой магазин. И зачем он это делает, я так понимаю, будет пытаться курьера караулить. Но курьера пока что здесь нет. Курьера нет и СФ. Где СФ? СФ, СФ. СФ здесь ковыряется против эскила на мид-лейне. У СФа пока что не все хорошо. Ну и, в принципе, Шторм Спирит его немного допереигрывает. 10 на 0 у Шторм Спирита. 6, точнее 7-1 у СФа. Седой у нас тоже немножко терпит на лайне. 3 на 2, ну, кое-как еще умудряется фармить. А как ты, парень, здесь затесался? Что это за крип и почему он здесь? Поменялся цвет столбика. Весьма странно. Ну, видимо, какой-то баг. На нижнем лайне как обстоят дела? Кевка у нас с нижнего лайна убежал. Убежал, я так понимаю, на руну, но он на виспа убежал. Кто забирает у нас ДД? ДД забирает у нас Кевка. И виспу надо бежать отсюда к чертовой бабушке, потому что Spirit Breaker просто нереально бьет этого парня. Два удара, минус практически фул хп у Жотма. Жотму надо продолжать фармить крипов. Точнее, точнее стакать крипов для СФ. Год вывезет нереальное количество денег здесь, это все понятно. Год, конечно, будет чувствовать себя очень круто с таким количеством фарма, который Жотм ему обеспечит. За курьером у нас Зароджи отправился и добивает у нас курьера. Выпала книжка. А в эту книжку влезла курочка команды Virtus.pro. Висп у нас продолжает стакать. Посмотрите на количество крипов. Количество крипов просто нереально крутое. Сейчас более интересное событие, чем фарм этих крипов. Я на карте не вижу, поэтому постараемся проследить за тем, как Год будет всю эту ерунду забирать и сколько денег он вывезет. Году надо принести банку. Но Году банку несла курица, а курица мертва. Нет банки, нет куриц. Точнее, нет курицы, нет банки. Нет ножек, нет конфетки. Так, Год, в принципе, уверенно стоит на лайне. Более-менее выровнялась ситуация. 18 на 3 против 20 на 1. Зароджи тем временем убивает у нас Седова в сложной вместе с Фантом Ассасин. Как так далеко забрался у нас Седой, мне непонятно. Неужели он не понимал, что здесь на лайне ничего хорошего не ждет его? Год у нас уже, в принципе, с фулл маной, но это все через тизер, через батлу, которую...
Жотн принес, это его ботл. Но он может, как вы знаете, хилить СФ через тизер, через свой главный скилл, наиболее важный. Год, в принципе, имеет койл в макшенный. На данный момент в 3 прокачанный. Может быть, есть смысл пойти и забрать эти стаки. Хотя, может быть, Жот собирается сделать еще один спаун. Или, опять же, отогнать отсюда из скилла, чтобы, не дай бог, он не забрал этих крипов. Немножко проседает FPS. Не видно, как юзаются скиллы. Но, прошу простить, это, видимо, уже какая-то проблема пинга и подключения к самой игре. Год по-прежнему имеет второй крипстат на карте. Обыгрывает его только эскил на шторме. Что у него по артефактам? 507 есть по голде. Курицы нету. В стэше у года тоже ничего нету. Ну, на линии фармит не очень. Но мы понимаем прекрасно, что когда он заберет вот эту дискотеку и дискотеку немножко пониже, дела у него будут намного круче, чем у шторма. По нетворсу давайте проверим, как идут дела. 2590 у эскила и у года 2500 просто. То есть 100 голды это вообще не разница на 6 минуте, так тем более. Год у нас наваливает эскилу по спине. Так, через тизер пошел под хил у нас СФ, а СФ продолжает погоню. А момент тоже получил немножко по щам от года и надо отходить на свой лайн. Ну ж, давай, год, фарми этих крипов. Для кого их делал бедняга Висп? Что у нас у Седова? Седой себя нормально чувствует. А, у нас еще есть интересная вещь в этой игре. Это Кевка внизу, который чуть не отъехал от Бэйна и от Омни Найта. И Кевка отдается Рошану. В принципе, закупился он на фул, отдался Рошану. Правильно сделал, крутой мув. Год пошел фармить всю эту движуху. 3 койла проюзал, пока что большинство все еще живо. Да, правда, и на лоу хп. Глянем, что у года по голде. Было порядка 500, смотрим, сколько становится. Можно было стакнуть еще раз. Год почему-то решил это не делать. Ну, через тизер можно, в принципе, фармить. Еще один койл надо от года. Да, тут очень битый тролль, тролль, скелеты. И у года, в принципе, сейчас еще и фулл некромастери мог бы быть. Но понятно, что он на третий левел. Год уходит на лайн, еще и на лайне подфармливает. Ну что, у года дела по статистике теперь немножко получше. 3600 у него. Нетворс, еще он не забрал эту пачку, а это вопрос времени. Вопрос, точнее, 3-4 секунд, или даже, если быть более точным, 3 койлов. Опережает он на 500 по-прежнему своего оппонента по миду. Шторм тоже времени зря не теряет, фармит. У шторма есть Soul Ring, есть у шторма также ПТ. Нет, ПТ еще не имеется, но деньги практически к нему подошли. Есть у него нул талисман, Boots of Speed, ну, Шторм нормально себя чувствует. Ждем, что у нас появится у года. У года появляется ПТ, приносит ему курица, и игра 7 минут пока что весьма и весьма скучная. Ну, это все дело в экшене. Что у Omni Knight? У Omni Knight появляется Power Threads и готовится выход в Soul Ring, как я понимаю. Sage Mask есть, Ring of Regen есть. Да, БЗЗ у нас зарабатывать будет на Soul Ring. Немного осталось нафармить ему именно на рецепт. БЗЗ вообще в соло здесь оставили. Так, у нас драка на нижнем лайне. Скилл влетает на Йола. Йол, скорее всего, себя заденайть не сможет. Забрали у нас одного Йола. Здесь у нас год. Год проседает невероятно серьезно. Год у нас тоже отправляется на базу. Ну что, 2 в 0 подралась команда. Подралась команда Virtus.pro. И, к сожалению, не в свою пользу. Команда Game Online забирает из этого файта 1100 по опыту и практически 800 по золоту. Spirit Breaker зарабатывает... Нет, Spirit Breaker фраги у нас не зарабатывает. А кто же у нас заработал фраги? Фраги зарабатывает Шторм. Шторм забирает Йола и забирает Года. Вот вам и пожалуйста. Шторм должен вырваться вперед. Вырывается на 150 по голде. Ну круто, и скилл немножечко восстановил баланс на миде, а то что это такое? Я стою, фармлю на лайне, а ты ходишь, убиваешь крипов по лесу. Ну решил скилл ответку такую вот организовать, и при помощи партнеров по команде у него это получилось. The Roge здесь собирается выйти на Седова, он в инвизе, сентриков никаких нет, да и вообще непонятно, зачем бы они здесь нужны были. Поэтому Седому просто повезло, что он уходит с топ-лайна. Седой пока что идет 0-2-0. Не лучший показатель. Да, это оффлейн, но тем не менее, можно и поаккуратнее как-то себя вести.
Но команды не хотят драться. У нас 9 минут, 5 фрагов. Команда не хочет драться, и что делать, тоже я понятия не имею. Я-то, понятное дело, что не могу повлиять как-то на ход событий. 1-4. Этого мало. Этого мало для зрителей, для комментаторов и вообще для всех. С другой стороны, тут и команда Game Online ведет себя осторожно. Прошлую катку они слили с довольно серьезным преимуществом команды Virtus.pro. У Фантомки уже есть Ring of Regen. Есть здесь для пуша артефакты, такие как Базилка. Ну, и для пуша, и для постоянного пополнения манны. Даггер немного требует, но постоянно им спамить, можно остаться без маны. А вот Реген за счет Базилки дает, в принципе, возможность бить и еще раз бить. Разгон у нас на Седова, Спиритбрейкер туда бежит. Седой, я думаю, это понимает. Теперь так точно он это уже увидел. Успеет ли Коги провязать Седой? Да, он провязал Коги. Здесь закрыли сразу двоих игроков команды. Команды Game Online. На лоу хп у нас М4 Йол уходит в кусты. Йол приходит сюда. И будет ли здесь разнос? Скорее всего, разнос будет. В года можно ворваться. В принципе, Кевка это делает. Дезвард ставится у нас от команды Game Online. И Зероджи очень круто сыграл. Просто нереально круто. Двоих разобрал. И также здесь Шторм Спирит разбирает еще и Йола. Killing Spree у нас от Эскила. И Зероджи забирает дабл килл. У него тоже Killing Spree 3-0-3. Ответили, в принципе, за прошлую катку игроки команды Game Online. Там Early Game тоже был за командой Virtus.pro. Здесь со стороны Game Online игра немного увереннее. Появляется уже Oblivion Staff. Ждем Orchid от этого персонажа, от Шторма. Погоня за БЗЗ. БЗЗ чувствует себя тоже неприятно. На лайне самому драться нет смысла, потому что только что команда Game Online показала, что они могут драться вместе и могут драться вполне себе адекватно и результативно. У БЗЗ есть Staff of Wizardry. Его, так понимаю, отправили сюда для фарма, скорее всего, Аганима в итоге. Ну, не думаю, что он сейчас появится, но в итоге должен появиться. Сейвить своих тиммейтов по всей карте — это очень даже хорошо. Разгон у нас на SF. А видит ли SF, что за спиной находится у... Точнее, видит ли Спиритбрейкер, что за спиной у SF находится? Думаю, вряд ли. Кевка врывается у нас на SF. Никакого тизера. А тизер все-таки проюзал у нас Жотм. Он его проюзал только для того, чтобы забрать на базу Года. Но Года умудрился вернуть назад. А момент. Разваливается у нас Год. Разваливается у нас Седой. Сюда же возвращается Жотм. Жотм, скорее всего, сможет замедлить здесь БЗЗ на лоу мане у нас Шторм Спирит. Шторм Спирит по-прежнему, тем не менее, жив. И бьет он БЗЗ с руки. Ему плевать вообще на ману. Кевка на лоу хп. В ульту Йола попадает, разваливается Кевка. По итогу этого файта 2 в 1. Сефа разменяли вместе с Клокверком. Разменяли на Спирит Брейкера. Драка в пользу команды Game Online в любом случае. Погоня за моментом. На лоу хп здесь Зероджи. Зероджи сумел каски дать, но каски только в одного БЗЗ. Сюда же влетает Фантом Ассасин. Развалят Джотма. Тут это вообще не обсуждается. Хотя нет. Нет. Гвардиан Энджел провязал на Сомнинайт. И по-прежнему жив Джотм. Но Джотму надо было поймать только один несчастный даггер от Фантомки. И даже без крита, я думаю, он погибал бы. Тем не менее, игроки команды ВП не так уж сильно и нафидели. Всего лишь вдвоем здесь слились. Йол врывается у нас в драку. Год очень сильно проседает под рипелом. Тем не менее, все равно с руки его разбирают. Год еще раз умирает. Мид у нас 1-4-0 от Года. Он на втором месте по нетворсу. Но здесь есть Фантом Ассасин, который наступает ему на пятки. И при появлении БКБ вопросы о фарме и оверфарме, я думаю, снимутся. Фармливает еще и лес у нас Фантомка. Что там в курице? В курице ничего не лежит. Для команды Game Online все, в принципе, что есть на руках. С этим и приходится сражаться команде Game Online. У БЗЗ появляется Sage Mask, я так понимаю. Выход в Йоул. Кевка увидит ли его? Мог бы встретиться, но они не встречаются. Vision здесь был от команды Virtus.pro. Они видели Кевку, но тоже решил не быковать у нас БЗЗ. И правильно делает. 3-11 уже добыковались. 4000 по голде преимущество Game Online и 3000 по XP. Что по артефактам? Давайте быстро пробежимся. Кто что насуетил у SF от Года? Имеется Хедреска. Готовится выход в Баклер и дальнейшее
дальнейший грейд до меки у Йола. Ничего, кроме вардов и Magic Wand'а. Ну, сапог есть, но он не грейженный. У Клока имеется у нас Power Threads. У БЗЗ практически собранный Йоул. Практически собранный Йоул. А, нет, не собранный. Еще 700 голды до Йоула. Так, у нас драка пошла здесь. Клокверк закрывает в коге у нас Спирит Брейкера. Он отправляется на базу. 37 секунд его не будет. 4.11, 620 золота заработали. Но можно попробовать спушить тавер. В принципе, кто мешает? Если скилл влетает, то есть чем его зацепить. На всякий случай, седой здесь уже стоит. Батарея саут откатились. Коги тоже откатились. Правда, хук будет еще 40 секунд в КД. Год под репелом стоит и бьет барак. Бьет тавер. Году вообще плевать, он бьет все, что видит. Хотя, опять же, счет 1-4-1. Год натерпелся уже в этом матче. И я думаю, на этом не остановится. В плане смертей у нас год. Фантомка будет скоро влетать и разбирать очень быстро. Опять же, здесь есть каски, здесь есть Десвард. Тоже убийца. Нехилый Вич-доктор. Зароджи уже на нижнем лайне показал, что может Седова у нас вернули и закрывают его в Static Link. О, Static Link, господи, Kinetic Field. Седой у нас проседает на пол хп. Guardian Angel пошел от БЗЗ, забрали у нас Шторма. Все, в принципе, живы со стороны команды Virtus.pro, правда, хилить пока что нечем, но тем не менее, все сильно биты, но живы. БЗЗ у нас умирает. Ульта пошла от Года. Год, скорее всего, навалит еще один удар по Дизраптору. Дизраптор умирает. Проклинает у нас The Roger Года. Год по хп тоже немало просел. Ну что, 2 в 1 подрались. Драка затяжная, но не такая результативная, как того хотелось бы зрителям, да и мне, в принципе. Ловит у нас еще Года The Roger. Здесь, в принципе, нет маны ни на что. Да и Дезвард у нас в откате. Спирит Брейкер тем временем забирает Клока. Седой, который раз уже умирает. Пятый раз умирает. Год пытается драться с М4 Лем. И вынужден тот убегать на своих тиммейтов через блинк. Ну, драки ломаные, драки кривые, но тем не менее, они, как я понимаю, в пользу команды ВП. Все потому, что Game Online неплохо так доминировали. Поэтому каждая смерть команды Game Online теперь будет дороже, чем смерть игроков команды Virtus.pro. Напомню, первый матч Virtus.pro с уверенным преимуществом выиграли. В этом матче пока что чувствуют себя далеко не подобным образом. Выход у нас на Т1 по топу. Никто не собирается его сейвить. И, в принципе, это странно. Все-таки 16-я минута идет. Можно было бы и подраться за тауэр. Тем более, что у команды Game Online это хорошо получается. А вот и команда Game Online. Репел висит у нас на Годе. Разваливает здесь Седова Фантомка. Хотя под батарея Саут еще можно подраться. Посмотрим, что у нас у Фантомки. Она очень сильно проседает на хп. Поймали у нас Года. Дезвард стоит. Надо сбить. Зароджи — это Дезвард. Он всех тут к чертовой матери убьет. Йол проседает на хп. Но, тем не менее, Зароджи у нас убили. Убили также Фантом Ассасин. Седой это сделал. Отомстил за всю боль. Седой умирает по итогу этого файта. Но файт заканчивается в пользу команды Virtus.pro. 9-14 становится счет. Файт рекап нам говорит о том, что 1000 по голде и 2000 преимущества по опыту после этой драки. Virtus.pro возвращаются в матч. Наконец-то проснулись. После второго матча, после паузы, которая явно пошла не на пользу команды ВП. Счет 9-14. Давайте глянем графики. А графики у нас движутся к нулю. И 2000 по экспе со стороны команды Game Online. По артефактам у Фантомки наконец-то появляется Battle Fury. Это очень хорошо для нее, конечно. Не для команды Virtus.pro. Потому что без БФ Фантомка наваливала нереально. А с БФом будет бить также нереально. Только теперь по всем. Фантом Ассасин имеет нормальный такой набор итемов. Все это понятно. Ждем выход в Башер. Выход в Доминатор. Ну, классическая схема. Что это за шапка на тебе? У меня шапка под подъездом, у пацанов такие шапки. Зароджи у нас имеет половину собранного аганима и роскошную шапку. У Фантом Ассасин, как мы уже говорили, Battle Fury. У Дизраптора есть медальон, есть 600 на руках и имеется носок. Шторм Спирит уже имеет Оркид. Есть у него
Также 600 по голде, ну и какие-то рядовые артефакты вывез. У спиритбрейкера ПТ урна Огр Клаб и готовится выход в БКБ, как я понимаю. У года. Что у года? У года... Прошу прощения, у года Саша Яша вырисовывается постепенно. Да уже вырисовался, 80 еще сверху капнуло. Короче говоря, Саша есть, Саша Яша есть у года. Так, куда у нас врыв? Врыв у нас сюда на Шторма, который решил почему-то подраться на чужой половине. Не удается зацепить Шторма. Кевка у нас, скорее всего, не уходит. Надо оставлять спокойно Фантом Ассасин и пытаться забрать хоть кого-то. Кевку забирает в итоге команда ВП. Здесь Йола разбирали. Йол, я так понимаю, попросил о помощи. И помощь это в виде Виспа вместе с Годом оказалась. СФ фраг не забрал. Точнее, не забрал он Шторм Спирита, но все-таки смог забрать Спирит Брейкера. Спирит. Надо уже как-то менять немножко. Надо ребрендингом Доти заняться, потому что этих спиритов развелось по всей игре нереальное количество. 1000 по голде поверх Сенжин Яши у Shadow Fiend'а. Седой здесь уже имеет Blade Mail, это уже хорошо, можно будет драться. Фантом Ассасин, в принципе, по-моему, в прошлый раз получил с этого Blade Mail'а, или не помню, был ли он в прошлой драке, но Фантомка развалилась очень жестко. Хотя Батарея Сау для Фантомки тоже критичный скилл. Чекает у нас Седой, в кого бы ему ворваться. Пока что никого не видит и никто особенно не палится. Здесь на топ-лайне Кевка. Кевка готов, в принципе, бежать. Через 5 секунд будет. У Фантомки есть, на всякий случай, ПТ. Улетает отсюда Год. Год улетает у нас на нижний лайн. А отсюда улетает, соответственно, Шторм. Ну, перемещаются игроки по карте. Драки пока что не связаны и не всегда вообще мы наблюдаем за этими драками. Как-то скучновато протекает этот матч. Не знаю почему, то ли ВП решили, что уже победили вторую игру, а теперь не хотят и сушат этот матч до того, как их персонажи выфармят какие-то артефакты. Но кто здесь фармит? Здесь фармит один СФ, а со стороны команды Game Online фармит Шторм вместе с Фантом Ассасин. Да и один несчастный аганим на Вич-Докторе решит очень много вопросов для команды Game Online. Готовы ворваться игроки команды Game Online. Заходят с двух сторон. Так нам будет гораздо лучше видно. Фантом пошла у нас, вцепилась в Йола. Спирит Брейкера разгон на БЗЗ. БЗЗ очень сильно проседает по ХП. Уходит у нас БЗЗ на базу. Жотм тоже у нас отваливается, но это неудивительно. Он виспом играет. Два игрока команды Game Online тоже у нас на лоу ХП. Фантомка разваливает у нас также Бейна. Прыгает она еще в СФа. Еще один койл от Года. Год, дай дальний на Фантомку. Не удается дать дальний на Фантомку, хотя СФ это СФ. СФ разваливается и за счет своей смерти умудряется убить еще и Фантом Ассасин. По итогу этого файта 4 в 4 разменялись команды. Но это не означает вовсе, что одинаковый размен по опыту и по голде. 1200 заработали игроки команды ВП и 5200 заработали по XP. В итоге в любом случае стоит Т2, очень битый, 68, но я думаю, как только Кевка это заметит, он сразу же заденает свой тауэр. И на миде тоже тауэр битый, на топе пока что тауэр не тронутый. Т2 у команды... Virtus.pro на топе и на миде тоже, в принципе, фуловый. И Т1 больше половины битый на нижнем лайне. Давайте глянем, как обстоят дела по графикам. По графикам всего 1000 по голде преимущества Game Online. В чьих же руках эти деньги все базируются? Все деньги базируются в руках SF. При преимуществе в 5 фрагов команда Game Online, в принципе, наравне идет с Virtus.pro. Опять же, Virtus.pro немножко больше спушили тауров. Ну, в общем-то, игра уже ровная, уже драться можно. Это уже не такой развал, который был совсем недавно. Где-то у нас убили Дизраптора. Где же ты лежишь? Дизраптор лежит. Что происходит? Что это такое? Что за дота началась? Это я нажал на Дизраптора. Как вам, а? Кто такое видел в доте? А, вот так я, видимо, вот так классно на Дизраптора, да. Так, Дизраптор у нас
Отваливается, но Дизраптор, в принципе, уже жив. Может прилетать в файт. Пока что он на миде. Седой, пошла погоня за Эскилом. Сможет ли он улететь? Улетает, но недалеко. У Седого хук пока что не имеется. Но у Седого есть хоста. И можно продолжить бежать за Эскилом. Кевку закрывать в коге надо, но... Кевка, в принципе, плевал вообще на эти коги. Убегает на другой лайн. Куда бежит у нас Кевка? Посмотрим. Он бежит на Йола, который стоит на глифе. И Йол, скорее всего, достоялся. Хотя Кевка его вытолкнет отсюда, а сам останется на глифе. Нет, вернули все-таки. Возвращает дизраптор у нас Йола. Йол отправляется на базу. Крутой фраг. В принципе, разобрались быстро по скиллам. И Йола отсюда никто не выпустил. Бейн, бедняга, нахватался по щам очень жестко. Как он оказался на глифе, мне не очень понятно. Еще до того, как на него налетел Бристлбэк. Ну, может быть, затянул его Шторм, а хотя Шторм здесь тоже не был. Короче говоря, не ясно, что делал Йол на глифе, что, чем занимался здесь. Ну что, по итогу драка закончилась 1-0 и чуть-чуть приподнялась по голде команда Game Online. На данный момент главной фармилой по-прежнему является Год. У Года есть Доминатор, у Года есть Саша Яша. Но понял, что дела идут не лучшим образом. Когда у тебя счет 1-5, нельзя назвать дела вообще вменяемыми. Решил пойти в статы, в такие артефакты, как Саша Яша. Я думаю, может быть, увидим в скором времени Искади на этом персонаже. Мека имеется, Аквила имеется, Доминатор есть, чтобы бить с руки. БКБ, конечно, надо. Году было бы, если бы не было здесь БЗЗ. А так, в принципе, есть возможность собирать нестандартные артефакты, то есть обойтись без БКБ. Потому что БЗЗ без вопросов... Если что, подсейвит своего тиммейта. У БЗЗ форстав намечается. Пока что не хватает еще 300 по голде до рецепта. У Фантомки на М4 Лем 2600 есть на руках. И есть Огр Клаб уже в итем билде. Осталось всего лишь 300 голды до Блэк Кинг Бара. Ну, скучноватый матч, конечно, очень скучный матч. Команды стараются не драться. 26 минут, фрагов вроде бы и относительно немного, но драки какие-то кривоватые здесь происходят. Омник у нас здесь забирает Дизраптора. Ну, Дизраптора тут, в принципе, и любой коллега с привокзальной площади забрал бы. Дизраптор пока что очень приятный персонаж для команды Virtus.pro. 1-5-10 он идет. Умирает, если не ошибаюсь, больше всех. Давайте посмотрим. Да, 5 смертей у Дизраптора. А, больше разве что у Седова. Но у Седова 6 киллов при этом есть. И 6 ассистов. Седой с 3 шестерками. И сейчас здесь будет 6-6. Короче говоря, хоть не открывай Седова, потом бояться буду ночью в ванну идти. Что у нас у Шторм Спирита? У Шторм Спирита после Оркида появляется Бладстоун. Уже он, в принципе, собран есть. Ждет рецепт, когда ему принесет курица. Почему-то не юзает, а потому что он сам улетает за Бладстоуном. Нет, не улетает, ждет. Ждет. Это у нас на базу отправился The Roger. В такой роскошной шапке. Под смоком команда Virtus.pro отправляется в чужой лес. Стараются чекнуть у нас, куда делся Эскил. А Эскил стоял немного в стороне. Седой, в принципе, его не видит. Врываться не получится. А вот и Рокет пролетел. Увидел ли его Седой? Пока что непонятно. По-моему, не увидел. Шторм у нас улетает. И улетает еще из ульты. Поэтому... Понятно, что не поймать его уже. Здесь уже есть год. У года 2300 на руках. У Клока 1200 на руках. Можно идти в Аганим наконец-то. Point Booster покупает Клок, да? Да, наверное, скорее всего. Он думает, что так. Да, Point Booster Клока лежит в курице. Ну что, будет выход на топ-лайн, как я понимаю. В принципе, 28 минута. Можно стараться спушить лайн. Здесь у нас падает база. Денает ее Шторм Спирит, и будет выход на Т2, последний внешний тауэр для команды Game Online. Так хорошо шли и посыпались. Ну, уровнем команда Virtus.pro повыше, скилл тоже имеет позаточение, поэтому неудивительно, что они смогли переломить то преимущество команды Game Online, которое было в начале этого матча. Ну и теперь, я думаю, смогут наваливать. Давайте глянем по графикам. Графики 1000 по голде, 3 по XP. Для команды Game Online. А по голде впереди
Virtus Pro. Но это все товара, которые ВП смогли снести. Год у нас, в принципе, имеет Аегис, ему бояться вообще ничего. Года есть МКБ. Так, влетает у нас эскил в года, пытается его привязать. Где? Vortex. Vortex вообще не юзает у нас Game Online, как я понимаю. Кевка на лоу ХП. Кевка, скорее всего, отправляется в базу. Жотма у нас забирает Фантомка. Фантомка продолжает нарезать. Никого она не продолжает нарезать. Стоит она в ульте Йола и, скорее всего, на базу отправляется. Да, разваливает у нас Фантом, если у нее на байбек. Да, на байбек есть, и она это показала. Заставили сделать байбек, это уже лучше. Под Вортексом кто у нас сидел? Под Вортексом у нас был Висп. Висп у нас погибает. Без вопросов, Зароджи тоже погибает. Седой разультился в него и после этого еще и через батарея Саут в когах разобрал. По итогу файта 4 в 0. О, 4 в 1, точнее, дерутся. Даже, наверное, 4 в 2, да? Висп выкупился и Висп умер. Висп у нас потерял 1200 за эту драку, поэтому небольшое преимущество. А так бы преимущество в 3000 было по голде. Также у нас выкупилась Фантомка, и это оказалось бесполезно, потому что сторона все равно упала. Перемещается на мид команда Virtus.pro. Т3 уже падает, Седой. Готов драться, проюзал он Blade Mail. Никто не может его бить с руки, а кто бьет с руки его вообще, мне кажется, не рад этому. Где Фантом Ассасин? Где у нас ПА? ПА у нас старается ворваться в года. Год умеет Аегис, году плевать. Он просто стоит и бьет с руки. Кевка на лоу хп уходит отсюда. Год под репелом, под доминатором вообще никого не ощущает. Он просто стоит и просто с руки бьет. Ему плевать. Это фантомка, я бью фантомку. Это шторм, я бью шторма. Год вообще себя вальяжно чувствует, и это понятно. У СФ куча дамаги. На данный момент уже 300 с руки у него. Врыв у нас Зароджи. Зароджи отъезжает. У Зароджи нет байбека, это понятно. Кевка тоже, скорее всего, может отъехать. Здесь СФ с руки бьет. СФ выходит за Kinetic Field и не собирается вообще он обращать на него внимание. На нем репел висит. Год продолжает наваливать бараки. Бараки здесь, скорее всего, рассыпятся. Еще немножко поработает у нас глиф. Глиф заканчивается. Падают бараки. Команда Virtus.pro отправляется на третий лайн. Команда Game Online имеет последний шанс, чтобы сразиться здесь со своими оппонентами. Так, у нас драка разделилась. Здесь у нас год. Он уже на лоу-граунде. Погоня от Кевки. Фантом разрезает пополам Виспа. Немножко светом брызнуло на его тиммейтов. Возвращают у нас года. Года постараются разобрать. У года пропал уже Аегис. Как не вовремя год ввязался в эту драку. Год, скорее всего, погибает. По фантомке наваливает. Неплохо с руки пробивает. И ультой добивает Фантом Ассасин. У него нет байбека. Седой врывается у нас в шторма. У него есть Blade Mail. И, скорее всего, шторм сейчас это поймет. Седой почему-то не юзает Blade Mail. Не решился он юзать Blade Mail. Мне не ясно, почему. Кевка у нас будет ли дальше гнать БЗЗ. Невозможно это сделать. У БЗЗ репел. И надо бежать на Йола в крайнем случае. Ну что, по итогу этого файта 3 в 2 разменялись. И в пользу команды Game Online без вопросов. 2300 они зарабатывают по голде. И 5300 по опыту. Но при этом у команды Game Online упали бараки в миде и упали бараки на топе. Здесь идут большие крипы, и обязательно один из них имеет красную показатель здоровья, как уже появилось с начала этого матча. Что в итоге по артефактам может появиться и чего нам следует ждать от следующих драк? Во-первых, БКБ. Ну, БКБ здесь уже проюзано было дважды, но тем не менее, не обратил я на это внимание. Понятное дело, что там деньги были у М4 Лэм на этот артефакт, но только купил. У Спирит Брейкера тоже имеется БКБ, имеется ПТ, есть урна, все это по-старому. У СФа появляется Сатаник. Ну что, теперь можно и подраться. Год, в принципе, и до этого не очень сильно проседал по ХП, когда давали ему бить. Ну, на данный момент СФ с МКБ, Саша Яшей. Но это уже очень грозный оппонент для команды Game Online. Тут, я думаю, Фантом Ассасин, если не будет в баш ловить постоянно года, то не вывезет по ударам, если стоять и бить один в один. Поэтому, короче говоря, СФ становится реально крутой боевой машиной. БКБ у него встроенный от БЗЗ. Еще и по фарму. Понятное дело, что СФ на первом месте. Что у СФ по деньгам. У него
20 900 по голде. У Phantom Assassin 12 000 практически в два раза перефармливает год своего главного оппонента, главного фармилу команды Game Online. Наваливает по тавру год, вообще никого не боится. Мека есть, в принципе, сатаник тоже откадешился, а готов к использованию. Продолжает бить бараки, никто не знает, что с ним делать. Репел надо на СФ, а получается ли репел? Нет, не получается репел на СФ, потому что репел висит на Омнике. Включает у нас Guardian Angel БЗЗ, продолжается драка. Уже отвалился у нас Witch Doctor, отваливается также здесь. Скилл на лоу ХП отсюда уходит, а тем временем падают бараки. Год стоит и просто валит бараки. Приходит сюда Кевка. Разультился у нас Год, нереальное количество дамаги в Кевку. Кевка разваливается, все разваливаются, кроме Фантомки. Фантомка тоже у нас разваливается. GG, well played от команды Game Online. И, разумеется, хорошо сыграла команда Virtus.pro. Поздравляем ее. Две игры, две победы. Два очка они зарабатывают в турнирной таблице. Поднимаются немножко вверх в своей группе. И это противостояние за СНГ-шной командой. Как, собственно, и прошлое было за Hellraisers, которые смогли развалить своих оппонентов в двух каточках подряд. Ну что, поздравляем команду Virtus.pro, пока что поздравляем команду Hellraisers. Ждем следующих матчей. У микрофона другом, это студия Игрокам ТВ. Меньше играйте в доту, больше читайте книг. Услышимся, не переключайтесь.